Всех приветствую, командиры. Представляю вашему вниманию бой 2 на 2. У меня в напарниках Соклан, Баблос. И как вы могли наблюдать, против нас 2 24-х ранга. У меня в напарниках 23-й ранг. Я 25-го ранга и против нас 2 24-х ранга. Так, ну что, друзья, идет сбор контейнеров. Мой напарник зеленого цвета. Я здесь вот с правой стороны нахожусь. Так, смотрим, что у нас тут происходит. Идет сбор контейнеров. Вот этот контейнер я упустил. Мне почему-то показалось, что я его забрал изначально. Потом бегу собирать вот этот контейнер. Пробежал мимо. Недоконтроль идет жуткий. Напарник вроде бы тоже начал собирать, но чуть-чуть он подзадержался. Я маленько быстрее выбежал, поэтому мне удалось вот тут схватить контейнер. Сейчас будет борьба за большой контейнер. Естественно, производим осу. Кстати, вот здесь сзади базы тоже контейнер. Нужно обязательно его взять. И смотрите, делаем броников, делаем пехоту, делаем обязательно осу. И выдвигаемся на захват большого контейнера. Желательно захватить оба напарнику. Предлагаю захватить этот контейнер, даже вот сейчас минирую ему, я вижу, что армии у него тут нет, он пошел как-то поверху, не знаю, как-то у него тут армии совсем чуть-чуть, вот, но, скорее всего, он не предполагал, что я буду навязывать борьбу за большой контейнер, и вообще он ее не хотел навязывать, но я решил побороться. Кстати, према не было, кто против нас играет, я не видел, вот, ну, изначально мне показалось, что игроки слабенькие, но не тут-то было. Не надо так сильно расслабляться. Контейнеры нам большие отдали. Сейчас говорю напарнику, чтобы он шел напрягал своего, а я пойду напрягать своего. И напарник принял решение. Кстати, верное решение он принял, правильно сделал. И мы пошли напрягать моего соперника. Тем самым мы его сейчас в развитии еще маленько отодвинем. Я уже выхожу в 4-й уровень штаба. Напарник еще в 3-м. Вот здесь сейчас напарник мой разведает своего противника. И посмотрим, что... тоже они выходят в 4-й уровень штаба. Вот, но я выскочил всех быстрее. В этом бою как-то не растерялся. Все делал, старался делать быстро. Пытаюсь сожрать электростанцию, но не могу. 3 броника ее ковыряли. 4 пехотинца и 1 оса. Плюс кислотная. Кислотный взрыв, да, который уменьшает броню зданием, броню юнитом. В данном случае уменьшал броню здания электростанции. Кое-как, еле-еле мы смогли ее сожрать. Представляете, это говорит о том, что противник прокачан. Здесь уже 3 ягуара. Кстати, на момент разведки там уже были ягуары. То есть противник уже был, выходит в развитие быстрее, чем, например, мой напарник. Ну, естественно, он 23-го ранга, а тут 2 24-х. Вот. Я считаю, что все поровну. У меня в напарниках 23-й ранг, да, то есть на ранг меньше, все поровну. Так, здесь уже ЕГХАМ, здесь я решил играть через Левиафана, через героя. Кстати, однофракционные бои, мне нравится играть героем Левиафаном, тем, что у него он жирный, когда толстая броня, он летает, по нему отрабатывают только дикообразы, ну, пехотинцы там чуть-чуть урон наносят. Но смысл в том, что он светит ЕГХАМ. Плюс я вот еще делаю пехоту, загоняю в туман, плюс левик, да, находишь в, в тумане хамелеона и начинаешь отрабатывать левиком по нему и плюс ягуара. Все, быстренько все это дело выносится, вот тут меня разведали, причем неплохо разведали, оса, конечно же, погибает, здесь левиком на разведку вышел. Так, вот здесь забираю сейчас большой контейнер, причем мне его дают забрать просто так. Вот здесь напарник разведал, здесь формируется ЕГХАМ. У напарника тоже формируется ЕГХАМ, извините. И уже производится у него, значит, тоже герой. То есть он у нас тоже не отстает, старается. Но так как я по развитию вроде бы обгонял своего соперника, вот сейчас принимаю решение идти в атаку, но так как я долго ждал, боялся потерять армию, набрать большое количество армии. Вот тут, короче, я планировал проехать вот сюда в тыл базы к нему, да, но понимаю, что ЕГХАМ на такой же скорости, в принципе, меня догонит. Вот, но используя вот это вот преимущество Левиафана, да, начинаю отрабатывать по ЕГХАМ. Смотрите, как хорошо засвечиваю, я прям просто прекрасно. Сейчас буду отступать. Вот здесь напарник уже тоже сражается, смотрите, вот тоже отступает. Его перестреливают так же, как и меня, представляете? Все. Но как перестреливать? Я левиком отработал, ЕГХАМ вроде бы снес. Вот здесь напарник борется. Смотрите, борется. И ему пехота в туман загоняет. Видели, да? То есть ЕГХАМ напарника практически уничтожен. Левик еле живой, смотрите. Дикообразы неплохо по нему отрабатывают. Вот здесь я уже иду уже в атаку. И противник, что он делает? Он просто заезжает тупо в туман.
Смотрите, он просто тупо решает заехать в туман. И пока он до меня едет, я еду от него. Я потихонечку его армию перестреливаю. Напарник вроде бы справляется, да, но здесь идет новая волна Ягахама. А нет, нет, смотрите. Из-под тумана вылезли ягуар. Вот их тут на самом деле очень много, плюс пехота. У напарника всего лишь чуть-чуть ягуаров и еле живой герой. Так, я понимаю, что у меня армии много. Да, вот тут на разведку пехоту отправляю. Я понимаю, что у меня армии много, больше, чем у моего противника. Да, вот здесь моего напарника начинает уже поджимать. Кое-как он вроде бы еле-еле отбивается. Да, еле живые ягуары уезжают. Но все-таки принимает решение противник обратно приехать и добить моего напарника. Но получится у него нет, тут все в тумане, непонятно. И вот тут буквально 3-4 ягуара все-таки у противника живы остались. У напарника ничего нет, пустая база. Тут я вижу, что его продавливают. Тут он меня пытается прессинговать, я ему пехоту в туман закидываю. Кстати, пехота в туман — очень эффективное средство. Опа, герой, видели? Крот, еще и крота ко мне пригнал. Вот тут я понимаю, что у меня герой есть. Ягуары у меня целые. Ягахам в порядке. По сути, пробивать моего напарника, вот тут стоял у меня выбор. Или спасать, или бить своего. Я принял решение снести противника. Быстренько снести противника, пока противник моего напарника убивает моего напарника, да? Как-то прям прозвучало. Вот. Принимаю решение убить своего противника, желтого, да? Сопротивленца. Неплохо, кстати, получается. Продавливаю, да? Вот, тоже к нему в туман прям залетел и просто тупо сожрал его. Все, и здесь у него до заказа армии подходит, я ее просто уничтожаю. Все просто. Так, здесь видим, что сносит моего напарника. И вот тут уже принимаю решение копить ягахам вот здесь. Сейчас мне, по сути, придется играть пока 1 в 2. Но этого я уже уничтожаю, и получается 1 на 1 мы останемся, да? И вот тут сейчас момент интересный будет. План у меня такой. Здесь копим армию. Да, смотрите, вот здесь он уже идет меня бить. Но, смотрите, у него идет недоконтроль. Он сейчас не контролирует, вот только сейчас он включил. То есть я пораньше маленько среагировал. Извините. Вот, вот тут у него недоконтроль. У меня до заказа армии еще подходит. И вот тут я Левика уже отправляю к нему на базу. Тоже, как бы, играю с опережением чуть-чуть, да. Вот здесь, смотрите, сейчас штаб несу, оставлю буквально 2 ягуара, а остальных отправлю к нему на базу. В принципе, то же самое, что и он тут. Напарник пытается восстановиться, да, то есть, а я вот здесь вот скапливаю до заказ, чтобы мне отбить ягахам от красного сопротивленца. Так, вот здесь вот, смотрите, сейчас вот момент интересный. У противника слабо прокачанные здания, вот. Мой левиафан недокачанный. О, вот оно, смотрите, залетает он, короче, сбоку, вот здесь вот, широким фронтом пытается и в туман заехать, смотрите. Я ему пехоту в туман загоняю, обратите внимание, пехоту в туман загоняю, и по засвету мои ягуары отрабатывают потихонечку, а потом принимаю решение заехать к нему, да, смотрите, вот сейчас заезжаю, вот, все, и пошел засвет, пошел. Неплохо, кстати, получилось, вот, пытался он прорваться, но ничего у него из этого не вышло. Здесь я противника добил, здесь Левик здание ему побил. Вот здесь вот еще ягахам плюс крот. Смотрите, крота еще пригнал. Напарнику развиваться не дает. Этого я уничтожил, ягуара оставил. А вот тут вот, если вы заметили, красный сопротивленец без присмотра оставил базу моего напарника, и он начал развиваться. Поэтому ему пришлось опять на нее отвлекаться. А нет, кстати, крот моего напарника. Я сам моего напарника. Он с помощью крота отбился, видать. Вообще четко, красавчик. Так, ну и вот здесь вот уже, конечно, идет добивание противника. Смотрите, вот тут ягахам на оборону. Ну и здесь напарник просит, чтобы сделать контракты, да, будет делать контракты брониками. Ну, ему нужно уничтожить какие-то здания. Опять подползаю Левиком, да, и попытаюсь уничтожить здание сооружения. Вот здесь на самом деле противник уже сдался. Сейчас мой напарник будет выполнять контракты. Вот такой вот, друзья, однофракционный бой получился у нас с напарником с сокланом 23 ранга. Всем спасибо за внимание, друзья. Всем пока и до новых встреч.